Давайте обрабатываем заготовку длиной 550 мм. Для этого мы ее изначально зацентруем. Старайтесь центровать заготовки с вылетом, при котором будете работать. Для центровки заготовки мы используем сверлильный патрон, центровочное сверло. Заготовка центруется на длине обработки для того, чтобы впоследствии ее не согнуло, не отжало, так как металл обладает определенными пластическими свойствами. Поджимаем заготовку центром задней бабки вращающимся. Фиксируем его. И проточим шейку для люнета. Как видите, мы проточили полный диаметр, и теперь можем установить люнет. Обязательно смазывайте люнет. И чем больше, тем лучше. Теперь мы можем начать безопасную обработку. Далее мы установили подвижный люнет и проточили заготовку до конца. Итак, при помощи подвижного и неподвижного люнета мы проточили заготовку длиной более 500 мм, и вы можете оценить частоту поверхности.